всем мире. Поэтому советских граждан со школы готовили к обороне страны. Я тоже сдавал урок по ГТО. Однажды я метал гранату на 40 метров и попал в учителя физкультуры. Меня не наказали, а дали значок ГТО, потому что учитель стоял от меня в 60 метрах. Это было время моей молодости. Мои 80-е. Вань, ты чего один все таскаешь? Двери дома сломались? Водите радикулит. Сейчас Антон придет, поможет тебе. Ага. Тут платежный микрофон в руках еще не держал. Лёд есть? Саш, ну, сюда сажай. Да? Сюда, 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 сюда. Чего, в зоне будет?